Жители улицы Академическая, бывшая Пионерская, жалуются на хаотичную парковку в зеленой зоне. По их словам, водители оставляют машины на территории парка. Люди просят установить ограждение. Претензии горожан озвучили на заседании постоянной комиссии по вопросам планирования застройки территории Одесского горсовета. Жильцы этих домов, в которых поступило заявление, фотофиксация товара, просят обязать городские коммунальные службы установить ограждение, чтобы не заезжали на территорию парка, не портили зеленые насаждения и насаждения деревьев, там, ну, все, что там находится. Комиссия одобрила данное предложение и перенаправит его профильному департаменту.